приятные подарки получили десятки инвалидов-колясочников, проживающих в областном центре. Волонтеры благотворительного фонда Твери вручили им пасхальные куличи и не только. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Подарочные наборы сформированы, волонтеры по очереди забирают коробки, которые им выдают прямо из окна. Так быстрее. Дальше все разъезжаются по домам, в которых проживают инвалиды-колясочники. Члены общественной организации «Кристалл». Список нам предоставила сама организация, мы им традиционно помогаем. В прошлом году также мы помогали доставить эти поздравления, потому что, как вы понимаете, маломобильные категории населения, да, то есть им сложно как-то вообще куда-то собраться для празднования, поэтому мы стараемся, чтобы праздник пришел к ним в дом. Значительная часть продуктовых наборов была собрана благодаря специальным контейнерам. Их не так давно добровольцы начали устанавливать в супермаркетах одной из федеральных сетей. Уже сейчас можно сказать, что эта идея себя полностью оправдала. За буквально эти 10 дней в боксы мы собрали больше 200 килограмм продуктов. Это, на мой взгляд, очень хороший отклик, хороший результат. Всего в этот день добровольцы развезли подарки по 50 адресам. Однако только Пасхой такие акции не ограничатся. Юлия Саранова со своими единомышленниками продолжит и дальше помогать землякам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.